свои 74 года Яков Наумович Шойхет оперирует почти каждый день, спасает жизни, проводя сложнейшие, уникальные в своем роде операции. Человек огромного профессионального таланта, удивительной скромности, работоспособности, обладатель редкого качества, хроническое неравнодушие за судьбу отдельного пациента, своих учеников и целой системы здравоохранения. Самые значимые проекты регионального здравоохранения тесно связаны с именем Якова Наумовича Шойхета. Он один из разработчиков федеральной программы по преодолению последствий испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, благодаря которой началась государственная политика реабилитации пострадавшего населения. Эту работу Яков Наумович называет «нравственным оздоровлением общества». Одно из основных направлений Семипалатинской программы – укрепление материально-технической базы краевого здравоохранения. Во многом благодаря ей на Алтае появились настоящие медицинские флагманы. Он инициатор организации на Алтае научно-исследовательского института региональных медико-экологических проблем, научно-исследовательского института пульмонологии, гематологического центра имени Зиновия Баркагана. Здесь от начинающего специалиста до главного врача трудится большое количество его учеников. Масштаб уважения к этому человеку в крае сегодня таков, что без одобрения Якова Наумовича не принимаются системные и основополагающие решения, касающиеся здравоохранения. Яков Наумович Шойхет – почетный гражданин Алтайского края. Это высшая региональная награда, которой на сегодня были удостоены лишь 32 человека. Список регалий Якова Наумовича Шойхета занимает несколько страниц. Вот лишь некоторые из них. Заведующий кафедрой факультетской хирургии Алтайского государственного медицинского университета. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии медицинских наук. Заслуженный деятель науки России, четырежды лауреат в области науки и техники Алтайского края. Доверенное лицо в регионе, президента Российской Федерации. Он единственный человек в крае, который награжден почетным знаком Министерства по чрезвычайным ситуациям. Яков Наумович Шойхет – автор 1393 научных работ, 49 монографий и 13 учебно-методических пособий. Это ученый, который работает в различных направлениях медицины на стыке наук. Про свою плодотворную научную деятельность сам Яков Наумович говорит: «Я не спешу жить, спешу выяснить то, чего еще не знаю». Вот этот стеллаж в кабинете особенно дорог ученому. Здесь работы учеников, а в них частичка души учителя. Под руководством Якова Наумовича Шойхета защищены 36 докторских и 87 кандидатских диссертаций. Он воспитал целую плеяду талантливых специалистов. Сегодня они работают в ведущих клиниках страны и за рубежом. «Воспитал здесь» – ключевое слово, ведь наставничество – еще одно из главных призваний в жизни. «Врач не может добиться чего-либо в профессии в одиночку», – считает Яков Наумович. «Ведь спасение человеческой жизни – научный труд. Это труд единомышленников». И сотням учеников он передает опыт и традиции своих учителей, чтобы связь поколений в профессии не прерывалась.